этот черный оператор. А ты, о, ваша милость, человек военный, издаля видать. Эй, ты! Ты кто еще такой? И чё здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. А вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы — вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Весело тут у вас. Я бы с радостью еще посмеялся. Только времени ждет. О, похоже, дело серьезное. Я насчет чудовища из каналов. Кажется, Ольгерд фон Эверек дал на него заказ. А, так значится, ты ведьмак. Это многое объясняет. И что, например? Говорят, из вас выскребают все чувства. Видать, так и есть. Стоишь, будто жертв проглотил. Ну ладно, ваша милость, ведьмак. Пошутили и хватит. Ничем тебя не проберешь. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать? Геральт из Ривии. Дам я тебе совет, Геральт из Ривии. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно. Атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что у нас тут? Голая баба. Что ты про нее скажешь? Я слишком трезв для подобных дискуссий. Я бы лучше поговорил о заказе. Как я понимаю, ты человек дела. Любил я некогда Вотичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями, без недостатков, совершенной до боли.
скучный и мертвый, как булыжник на обочине. Так-то лучше. По крайней мере, интересней. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Атаману Ольгерду слава! Ну? Слава атаману! Виват! Виват! Да здравствует атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Есть какой-то повод или просто душа просит праздника? Повод всегда найдется. Сегодня у нас обряд наречения. Чей? Новой сабельки сударя Богатыровича. У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем Традиция. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но оно убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше нее не готовил дичь. И за этой дичью ты послал ее в каналы? Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей и наплела, что в каналах Оксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И Веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости. Так о чем мы? Ах, да, насчет заказа. Ну так как, займешься этим? Осталась еще одна мелочь. Плата. Не думай об этом. Вернешься сюда с башкой чудовища и заберешь отсюда все, что тебе понравится. Это очень щедро, но я предпочту уговор на конкретную сумму. Ну, будь по-твоему. Сколько тебе надо? 300-400 крон? 450. По рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награда себя ждать не заставит. Эй, ты! Кошачьи глазки! Мое имя Геральт. А я тебя буду звать Кошачьи глазки. Ты что, запретишь меня, а? Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, Кошачьи глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюйверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит. И снес ему башку. Почему ты сама не отомстишь? Вы же любите, кажется, помахать саблей. Еще как. Если бы я знала, кто убил Клюйверта, давно бы ему требуху выпустила. Но я не знаю. А вот ты, Кошачьи глазки, ты многое видишь. Ты его выследишь. Продолжай. Клюйверт торговал Фисштыхом. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Но Клюйверт из тех парней, что держит слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит, он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю.
У Клюверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Оксенфурте, в Алхимии, в корчме рядом с рынком. Пьют, курят, едят, веселятся. Эй, и куда ты прешься? Что, тебе жить уже надоело? Там в каналах чудище страшное сидит. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Покажи, что у тебя есть. Будь здоров. Сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался? О, а здесь следы женские. Она была одна. Yeah.
Раны резаные явно от клинка. Это работа не чудища. Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. Все мертвы. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. Ха. То есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну. Чудище все еще может быть где-то здесь. Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы, когда на нас напали утопцы.
Ребята быстро с ними управились. Но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Это здорово. Пойдем. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца. Не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Жанни, берегись! В сторону! Шани, берегись! В сторону! Мерзкие твари. Ты в порядке? Да. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Шаги,
сторону! Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Надеюсь, бедняга не мучился. Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на потом. Тело женщины. Это должна быть одна из тех, что надеялись найти здесь Королевича. Здесь достаточно слизи. Пришла сюда расколдовать лица и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Шали, может, возьмешь пробу отсюда? Ну да. А вместе с ней землю, щебень, дерьмо утопцы. Мне нужен чистый образец. Лучше всего из видно, в крайнем случае утопцами оно тоже не брезгует. Полно убитых утопцев. Странно. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, и эта вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, смотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт.
Гадараш Айлвуд. Что? Что происходит? А, наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в параше. Что за... Где это я? На Альбатросе. Или скорее на Фагбархиле, на этом их чудном языке. Плывем в Афир. Не припомню, чтобы записывался в матросы. Ха-ха. Да нет, брат, это они тебя сами сюда подписали. Ты, говорят, убил их принца? Точно, жаба из каналов. Зараза. Похоже, мне еще повезло, что не убили меня на месте.
Это как посмотреть. Я немного знаю Афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля. Со мной была девушка, рыжеволосая медичка. Ее тоже схватили? Я там никого не видел, кроме тебя. Ты был один? Хорошо. Значит, все-таки убежала. Надеюсь, она добралась до дома. Давно мы отошли от берега? Хрен его знает. Нет, наверное, не так давно. Хотя, может быть... Да какая разница? Большая. Если меня должны казнить, то я особо не тороплюсь. А я, в общем, даже рад, что плыву в Афир. Говорят, у них там белые кони в черную полоску. Всегда хотел посмотреть. Может быть, это черные кони в белую полоску? Не, черные в белую полоску в Занвибаре. Это я точно знаю. Ну а ты кто такой? Филиппе Калагранде. Мелкий вор, профессиональный шулер, а в свободное время экскурсовод по Оксенфорду. Вашим услугам. А ты-то почему тут? Тоже убил какого-то принца? По их мнению, я к этому причастен. Они наняли меня проводником, а я привел их в каналы, когда ты уже распорол брюхо этому их королевичу. Ну, прости. Да ты ни при чем. Я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии и играть себе в гвинт, вместо того, чтобы похваляться, что знаю Оксенфурт как свои 5 пальцев. Ты пробовал отсюда выбраться? А то. Употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю Афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Сохан! Калаветкар Уальбатагель! Молчи, собака. Ты убил принца и ответишь за это. Гильям Валар! Куарварешене! Ты был бы уже мертв. Ревагернерам Эакаре. Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану? Вальт Алехе Уль Эгулла. Как? Эльхай! Вальт... Вальт Алехе Уль Эгулла. Эльхай! Инхая Урлихиль Ургеренг Айвитер. Что случилось? Что он сказал? Чтобы ты тихо сидел. И что через 2 недели будешь висеть. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать? Знай себе, курлыча злобно. Да надуваются. Ты заметил? Как те рыбы. Как их... Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Айдирнса. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно. Хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется, зато очень